Большой всем привет! Итак, Мистея. Я только что закончил первую партию и хочу поделиться первым впечатлением от этой игры. Я уже рассказывал в одном из предыдущих видео о том, что игру я взял в основном из-за потрясающего арта, который мне очень по душе, и из-за того, что очень много одинаковых фигурок, на которых я хочу, хочу поучиться тренироваться красить. Но в тот же день, как я записал это видео, я не удержался и посмотрел правила и невольно зачитался, а потом и начал разбирать правила игры и засиделся до трех часов ночи. Давно такого не было, даже не помню, когда это так было, наверное, с Майч Кнайтом только подобный запой был. И оказалось, что эта игра не только красиво и здорово оформлена, но она еще и очень интересно устроена с точки зрения игрового дизайна. В начале, когда я только поверхностно с ней познакомился, для меня это был просто ария контроль. Но это никакой не ария контроль, вернее ария контроль, но не только. Здесь есть помимо наглядного контроля территории есть еще и есть еще элементы колодостроя, есть управление рукой и есть управление ресурсами и даже до какой-то степени развития собственного планшета. И все это очень так круто замешано в такое своеобразное очень тяжелая, наверное, евро с ариаконтролем. Первую партию я играл 6 часов. Это очень долго. Даже если представить, что... Ну, даже учитывая, что я изучал правила, что я очень медленно играл. Даже если учитывать, что время реальной партии опытных игроков сократится в два раза, это все равно будет не меньше 3 часов. Игра очень долгая, очень сложная, и она очень и она очень способствует параличу анализа. Здесь все так настолько закручено, что каждый ход ты можешь сделать настолько по-разному, что те люди, которые склонны поразмышлять и подумать, они просто будут зависать, очень, очень хорошо зависать. При этом игра динамичная, то есть твой ход очень короткий, ты играешь карту, либо берешь карту. Все. Но так как за этим скрывается очень много возможных действий с поддействиями. Сам ход, обдумывание хода может э, быть очень долгим. То есть я первый раз вижу такую игру, которая реально парализует. Я очень много слышал до этого о такой проблеме э, в настольных играх, как паралич анализа, но на себе я его в, в полной мере почувствовал только в этой игре. Когда ты берешь карточку, смотришь. Смотришь на поле, смотришь на ситуацию и думаешь, а, -а, 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 -а! вот такое вот ощущение в голове. Очень, очень тяжко, очень интересно. Более того, игра мне настолько понравилась, что это первая игра, для которой я сделал перевод подсказки. Короткой, короткой подсказки по фазам очень удобно нашел на английском, перевел ее. Почему это так я акцентирую на это внимание? Потому что для меня это была совершенно новая деятельность. Мне пришлось поставить специальное программное обеспечение, которое позволяет PDF править, потом все это перевести, все это сделать. И игра, которая сподвигла на какую-то новую деятельность для меня, я считаю достойной особого упоминания. Так вот, игра не только красивая, а с точки зрения оформления, она еще оказалась очень оригинальной и интересной с точки зрения дизайна. Да, я думаю, что она совершенно неиграбельная. В том смысле, что если вы засядете в нее в 5 человек, то это будет совершенно бесконечная история часов так на 6-8, как. Хотя, с другой стороны, в Твилайт Imperium играют эти 8 часов. При этом игра не выглядит настолько глобальной и настолько комплексной, как монстры типа StarCraft или Twilight Imperium. Вроде бы ну евро с наподобие... Даже я не знаю чего, может быть, того же Серпа, потому что здесь тоже есть война, которая очень условная, и практически никому плохо не делает. Хотя можно перехватить территорию, можно там что-то напортить, но тем не менее даже проигравший может из войны какую-то пользу извлечь. То есть это не военная стратегия, это все-таки евро по управлению ресурсами, по менеджменту руки, по колодострою и по... И по аэроконтролю Чтобы лучше показать, что именно у Меня вызвало такой восторг и удовольствие От а, познания а, Механики этой игры Я должен, наверное, все-таки рассказать а, Об этих механиках, иначе будет велословно. Я покажу вам поближе то, что, только что Закончившуюся партию, чтобы Вы тоже убедились, насколько все это красиво Вот эти пять островов Полностью зас засажены, Полностью заполненные фигурками и монстров, и героев, и помощников. Вот планшеты игроков практически не развитые. Немножко я совсем в это... В первой партии я совершенно не уделял внимания развитию своего планшета, поэтому стратегий не испытанных еще очень и очень много. Потрясающе красивые герои. Если раскрасить эти фигурки, то будет здесь вообще красота. Вот это мне очень нравится. У каждого свои способности, при том довольно существенные способности. Все карты с иконографикой, то есть поначалу, да, каждую приходится лазить в приложение, смотреть по справочникам. Но после первой партии, в принципе, уже я могу почти любую карточку расшифровать. Вот, например, вот, ну, даже чтобы доказать, возьму случайно, случайную карточку и попробую. Ну, очень просто. Платишь 4 энергии, получаешь 9 победных очков. Ну, простая очень попалась. Ну, давайте посложнее, вот эту, допустим, возьмем. Смогу ли расшифровать? <звук> 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 не смогу. Ну, <звук> тем не менее, эм, с, э, после второй партии точно все значки будут э, понятны и все карточки действия будут понятны. Итак, какая, какая основная механика здесь? Основная механика все-таки не ария контроль как мне показалось в начале, а управление собственной рукой. В начале раздается всего 4 карты действия. Потом вы их приобретаете вот здесь, и у вас растет колода, которая, которую вы тратите для выполнения действия. У каждой карточки вверху есть единицы действия. Сбрасывая карту в стопку сброса, вот здесь стопка сброса на планшете, вы получаете 5 определенных действий. Итак, в игре есть три основных действия, которые мы можем совершать. Это а, сыграть карту. И можем просто потратить очки действия а, сверху. И потом, если есть возможность, выполнить то, что написано внизу. Давайте попроще какую-то карточку возьмем для, а, для образца. Вот мне в конце, конце красному герою выпала вообще крутая карта, которая дает всего одно очко действия, но при этом вот такой значок красненький это означает единовременный эффект. То есть я могу заплатить одну энергию и получить 12. То есть, 12 это максимум в игре. То есть, очень крутая карта третьего уровня, которая позволяет просто восполнить энергию сразу же. То есть первое действие это игра карты, которая у вас есть в руке. Вот эти карты вы держите в руке, никто их не видит, никто не знает, что у вас есть. Они накапливаются постепенно. Итак, мы сыграли, выполнили действия и по возможности выполнили то, что написано внизу. На что можно потратить единички действия? На единички действия можно потратить на следующие вещи. Это наем воинов. Воины здесь есть, бывают вот такие маленькие. Они стоят одну единичку действия. То есть, допустим, мы их можем построить. Это означает, что берем из запаса и построили себе вот сюда. За еще одну единичку действия мы можем вот этого маленького вывести там, где у вас есть герой. Вот, допустим, я красный герой, вот здесь он отвернулся у нас, ну вот он здесь находится. Если я заплачу две единички, то я могу... А все эти единички действия можно совершенно произвольно использовать как угодно. Вот, допустим, если мы потратим вот такую шикарную карточку с пятью единичками действия, то мы можем сделать пять действий любых, любого типа, которые перечислены здесь. То, то есть получить энергию можем вообще превратить э, все 5 единиц действия в энергию. Вот здесь сверху у нас есть э, ресурсы э, двух типов. Допустим, 5 энергии могу. А могу получить 3 энергии и 2-2 единички действия, потратить еще на что-то. На что можно еще потратить? Помимо энергии мы можем построить юнит. Построить юнит это означает, что мы можем сюда, вот воина, как я и показал, допустим, построили одного солдата или одного большого голема. Вот такого, который стоит уже 2 единицы действия. А дальше мы можем их выставить. За те же действия, за одно выставляем маленького, за два голема. То есть, если 5 единиц движения, то есть мы потратили, допустим, два на постройку этого, один на этого, у нас еще два осталось, мы можем за эти два выставить голема к своему герою на поле. Вот потратили 5 единиц действия. На что еще можно? Также можно их потратить на движение. Допустим, если у нас осталось еще 2, 2 единички движения, то мы можем их потратить на движение своих фигурок. Причем голи моего войны ходят только на одну территорию. То есть, допустим, можно вот так переместиться, можно вот так переместиться, а герои могут ходить на произвольное количество, пока не кончилось. То есть, допустим, если герой здесь у меня находится, то я могу сходить вот таким образом. Перейти в горы. Раз. А вторым, вторым действием оставшимся раз перескочить сюда. То есть можно ходить либо по любым территориям своего острова, либо перескочить на соседний остров с той же самой территории, которая есть. То есть, допустим, здесь горы. Я могу сюда на горы перескочить, а вот туда не могу, потому что там гор нет. Но туда я могу перескочить с рек. То есть, вот здесь у меня реки, и тут реки. То есть герой может ходить на любое количество действий. Если у меня 5 единиц действий, я пустил их все на ходьбу, то я могу сходить вот так. Раз, два, три. И еще два, там, допустим, переместиться раз. И еще одним переместиться так. В общем, это те варианты, куда мы можем истратить очки действия, которые мы получаем с карты вот сверху. Кругляшочек такой вот. Цельный кругляшочек – это очки действия. Итак, смотрите, даже с одну карту мы можем сыграть, смотрите, каким а, большим количеством способом. То есть, можем получить энергию, можем построить воинов, можем их выставить, можем передвинуться. Есть. Дальше. Это только первое основное действие. Вместо того, чтобы а, построить, чтобы сыграть карту, то есть, мы карту не играем, допустим. Допустим, у нас уже кончилась колода или нет неподходящих а, карт. Мы можем сделать а, действие развития. Действие развития – это мы смотрим вот на, эту, на эти карты и думаем, чтобы нам такое приобрести. А как, как только мы выполняем это действие, мы можем либо дополнить еще одну карту и выбирать из четырех, либо сбросить все три и заполнить заново три, и тогда выбирать только из трех. Купить мы можем от одной до трех. За каждую должны платить соответствующее количество энергии. То есть, если у меня есть три энергии, я могу заплатить три энергии и взять любые из этих трех карт себе в руку. И, соответственно, у меня будет чем работать на следующие ходы. И последнее основное действие ⁇ это медитация. Это очень крутое действие. Это означает, что любой регион, где вы присутствуете, дает вам какой-то свой ресурс. Допустим, лес дает энергию, реки дают славу, туман дает опыт. И горы позволяют построить крепость ну, то есть, из гор набрали камней и построили крепость. И территория с кристаллами дает одно очко действия, которое можно сразу использовать для наема или э, выставления новых воинов. И мы переходим плавно к ресурсам, которыми мы манипулируем в этой игре. Итак, каждая территория дает определенный ресурс. И здесь ресурсы это очень странное, это очень условное понятие. Если в других играх это там, там золото, камень, дерево и так далее, то здесь все ресурсы они словно бы виртуальные. То есть каждая территория приносит что-то свое. Если речная территория приносит просто очки Славы, победные очки. Ну вот по, по кругу у нас идут победные очки. Кстати, первая партия у меня закончилась вот с таким счетом 221 у победителя. 194 у второго и 182 у третьего. Я играл, как обычно, при изучении любой игры, играл за каждого максимально оптимально, насколько мог. И было, было интересно даже в таком режиме, то есть полусоревновательном, полуслучайном, не познавая механику игры. Так вот, это самый простой ресурс, просто получил очки и пошел дальше. Кроме этого есть горы, которые дают позволяют крепость. Крепость это вот такая вот такая штучка, которую вы можете построить в любом месте, где у вас есть юнит, и он просто вам дает две силы к будущим битвам, к защите территории и так далее. Очень полезно иногда. Все крепости скидываются между эрами. Дальше есть очки энергии. Ну это понятно. Энергия это вот то, что вот здесь за энергией мы мы Манипулируем, как правило, свойством карт нижними. То есть, практически везде нужно отдавать энергию. Ну, к примеру, есть энергия. Вот везде, практически везде, нужна энергия. Если у вас ее не будет, соответственно, вы будете просто сыгрывать только действия карты. А то, что она дает в нижнем своем свойстве, вы использовать не сможете. Про виды карт чуть-чуть позже. Дальше. Ну и кроме есть вот кругленькие это очки действия, то есть прямо можно получить с территории, прямо их сразу использовать для постройки новых юнитов. Ну Но и есть необычная вот такая значок. Это очки опыта. Очки опыта вот такая звездочка. Они нужны единственное для того, чтобы встречать с жителями этого мира. То есть эта механика нужна только для того, чтобы задействовать вот эти карты встреч. Это очень похоже, кто знает серп, это вот есть там такая же колода встреч, ты встречаешься и выбираешь как действие, что с тобой произойдет. Это очень похоже, здесь тоже ты берешь, если тебе удается встретиться с кем-то, ты берешь эту карту, получаешь победные очки, а потом выбираешь, что ты будешь делать в этой ситуации. То есть, допустим, вот такая ситуация. Вы оказались около лагеря какого-то, и у вас выбор, либо уйти, либо э, сража... срази... сразиться. Вы смотрите, получили эти очки уже 100%, потом выбираете действие, переворачиваете и выбираете. Если вы ушли, просто получили 2 э, очка э, опыта. То есть опытный человек не стал связываться с, с превосходящими силами противника. Если выбрали, э, что там, посражаться, то можно убрать э, любую крепость у других игроков. Э, интересная механика встреч. То есть встречи здесь чем дальше, тем дороже. То есть если первую встречу, за всю игру можно встретиться с шестью разными ситуациями. За первую нужно заплатить всего одну звездочку. За вторую две, за третью три, за четвертую четыре и так далее. Но эти звездочки фактически нигде получить нельзя. Очень немногие карты их дают и только вот территории тумана этого. То есть они сложно добываются и, как правило, всегда есть чем заняться помимо накопления этих звездочек. У меня получилось максимум 4 встречи вот за, за игру. Да, вот 4 у меня желтый игрок, 4 раза умудрился встретиться. То есть в сумме это получилось 3, 6, 10 очков опыта ему пришлось заработать, чтобы встретиться с четырьмя событиями. Так вот, все эти ресурсы, они э, друг с другом завязаны. И... Помимо этих э, ресурсов в игре есть еще э, редко используемые ресурсы, э, которые называются артефакт. Артефактом вы можете использоваться фактически один раз. Вы его перезарядили, все но он нужен для очень сильных действий то есть чтобы активировать здесь битву вы должны активировать артефакт то есть фактически за один за одну эру вы два раза можете не имея каких-то особых свойств не имея каких-то особых карт вы можете посражаться только два раза потому что вот здесь переворачивается он активируется на Раз, два три 4 на пятом на пятом ходу так очень я конечно рассказываю сумбурно но тем не менее сейчас мы перейдем тогда к ходу как идет ход у нас есть 5 территорий и карта монстров, монстров и карта штор, шторма. Все это замешивается. В первой эре у нас только один монстр. Во второй 2, в третьей 3. Все это замешивается, кладется здесь. И эра пока не выйдет все 5 территорий. То есть открывается первый, мы всегда видим. Если монстр, то он срабатывает только в конце эры. Пока не страшно. То есть вышел монстр, мы видим хорошо. Все походили, открывается следующая карта, снова все походили. То есть, на одну эру бывает от 5 до максимум 9 ходов. Допустим, все сходили, открывается следующая эта территория, снова все походили, мы видим, какая будет следующая и так далее. Не случайно сверху показаны победные очки. Дело в том, что в конце эры, когда вот эра закончится, выйдут все 5 территорий, а за каждую территорию, которую вы контролируете, тип вы получите именно столько очков сколько вверху показано получается чем ближе к концу смотрите открывается тем а, больше получается очков то есть если допустим вот у нас вышел лес на 9 очках то есть за каждый э, лес который вы контролируете вот здесь допустим вы получите 9 очков а за каждый э, поле кристаллов только 3. соответственно э, игра под конец становится очень напряженная, потому что все хотят контролировать именно те территории, которые дадут больше очков. И такая начинается движуха в этом, в этом направлении. Так вот, выпадение этих карт событий – это таймер эры. Всего в игре три эры, то есть мы считаем в конце каждой эры считаем очки и в процессе игры тоже зарабатываем кучу очков. Фух, игра настолько комплексная, что сложно ее объяснить вот так вот. Итак, смотрите, механики у нас тут все переплетается, менеджмент руки мы управляем действиями. Дальше у нас есть таймер событий, в который определяет стоимость территорий по очкам в конце игры. Плюс, есть ко всему этому контроль территории, потому что вот эти очки получит тот, кто имеет контроль территории, то есть преимущество. Что значит контроль? Это означает, что в конце игры подсчитывается суммарная сила ваших юнитов на той или иной территории. Соответственно, если у вас там больше, вы эту территорию контролируете. Ну, к примеру, если мы берем вот эту территорию, вот туман на этом острове. У нас здесь есть красный голем и э, желтенький воин. Э, желтенький маленький воин это одна единица силы, голем это две единицы силы, э, герой это три. Соответственно, в данном случае э, эту территорию контролирует э, красный игрок. Если бы сейчас игра, э, эра закончилась, то красный игрок получил бы за э, туман. Смотрим, где у нас туман. Вот вот эта карта тумана, соответственно, 10 очков он бы получил. Если бы красный увидел такую ситуацию и э, оказался здесь, э, вернее желтый, вот желтый у нас здесь герой, он перешел сюда, то герой или чемпион, как здесь называется в этой игре, дает 3 очки три очка силы. Соответственно, сейчас бы он получил эти очки, потому что именно желтый в данной ситуации контролирует э, регион. Даже вот так все равно он контролирует, потому что голем 2, а герой 3. Крепость, если бы здесь была построена крепость, то это 2. Две единицы силы в данной ситуации все равно контролирует регион желтый, потому что 3, и у красного, и у синего только 2. Это что касается контроля территории. Сейчас представляете, что события выходят, вы их все видите, вы знаете, сколько к концу игры, какие территории принесут сколько очков. Если в начале игры вы видите только самые дешевые, то самые дорогие выйдут только под конец. И иногда очень сложно сориентироваться, чтобы успеть перехватить эту, эту территорию. И это очень напряженно. Я представляю, как это, как это будет в мультиплеере выглядеть очень даже азартно и интересно, потому что все наглядно и при этом конфликтно. То есть игра выглядит вот, благодаря миниатюрам, благодаря аэроконтролю, благодаря битвам кажется, что это такой э, шикарный Амери трэш. Причем а, 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 а на деле это совершенно тяжелая хардкорная евро с управлением ресурсами и э, управлением э, колодой. Очень круто. Так, и дальше. Про что еще говорить, про что я не сказал? Про артефакты. Помимо того, что артефакты а, позволяют активировать битву, это один ресурс, то есть мы имеем его а, заряженным в эре один раз, потом он перезаряжается вот здесь, то есть если вы его потратили, то когда дойдете до вот этой карточки, он перезарядится у вас. И плюс некоторые карты позволяют перезарядить, но это как уже исключение. Сейчас я покажу, здесь у меня у победителя было... Ну вот, вот, допустим, такая карта позволяет сбросить уже имеющуюся карту усиления и перезарядить свой. То есть, в принципе, максимум три раза вы можете использовать за ЭРУ эту функцию. Но она используется не только для бит. Помимо битв есть еще свойство смещения островов. Если мы переворачиваем артефакт, то вместо битвы мы можем выбер выбрать э, сместить острова. Это в лоре описано, потому что эти э, острова они плавают в воздухе. И когда вы выбираете смещение, то э, тот остров, на котором находится ваш чемпион, ваш герой, допустим, голубой выбрал это свойство, он делает следующий образ: он перемещается в центр, затем перемещает любым образом э, по часовой стрелке остальные острова. И перемещается туда, куда надо. Например, ему надо сюда, и он сместился. Это нужно будет, это нужно бывает для многих целей, допустим, чтобы оказаться там, где, там, где тебе надо, и так далее. После того, как он это сделал, он может выбрать одну карту, один раз за эру. Только один раз. Он может брать, перемещать может хоть сколько, если у него есть возможность перевернуть. Но брать вот эту карту только один раз. И эта карта, она дает еще определенную стратегичность, потому что это разовый а, бонус в очках за а, эру. То есть, к примеру, если он выбирает эту карту, это означает, что он получает два победных очка за каждую карту в его сбросе. То есть у него, допустим, накопилось вот здесь в колоде сброса 5 карт, значит 5 на 2, он получит сразу же 10 очков. Или взять по 2 очка за каждого воина, который у него есть на островах. Или по 3 очка за каждый регион, который он контролирует. Или 4 очка за каждую встречу, которая у него уже случилась к этому моменту игры. И, или так далее. Или вот за каждую карту усиления. Плавно перейдем к картам. Они бывают четырех типов. Карты, а, вот здесь я все это подробно расписал. А, типы карт. Это карты тактики, с красненькие, которые дают какой-то мгновенный эффект. Ну, например, вот они. А, за одну энергию перевернуть, он, кстати, шикарная карта. Перевернуть артефакт, вот этот, который позволяет, напомню, воевать и перемещать острова. Или вот за одну энергию помедитировать. Про медитацию я говорил наверное нет но сейчас скажу так вот карта тактики позволяет получить какой-то за энергию получить какой-то единовременный эффект задачи желтенькие карты желтенькие карты дают тоже за энергию но они дают разные какие-то интересные моменты в основном по победным очкам то есть например если вы сыграли эту карту вы получили два очка действия потом потратили две энергии и получили три победных очка за каждую личную территорию, которую вы контролируете. То есть контролируете три территории, сразу 9 очков получили просто в пос... прямо в процессе игры. Дальше сервис карты сервиса очень интересные, потому что они как раз улучшают планшет. Вот у меня здесь лежит. Они, когда вы их сыгрываете вы можете заплатить вот здесь вот такая, как сказать, прикол Вернее, как это называется. Такая иголочка это означает, что за три энергии вы можете эту карточку приколоть себе на планшет. Итак, вы, вы сыграли, получили три действия, потратили их как-то на строительство, на движение, на выставление этих юнитов и так далее, а потом сыграли одну энергию, и, вернее, три энергии и прикололи его сюда. На планшете есть три места для таких карт. Это называются сервисные карты, которые будут вам помогать в процессе игры. Эти карты срабатывают в качестве одного из вспомогательных действий, которые у вас есть. А, и сейчас <свят> перейду к вспомогательным действиям. Помимо основных действий у вас а, есть возможность сыграть вспомогательное после основного. То есть основные, как я уже говорил, это действие это сыграть карту, это взять карты развития и медитация. Так про медитацию я говорил, что медитация, когда вы выбираете медитацию, вы просто собираете ресурсы а, с островов. Кроме этих основных действий, к каждому основному действию вы можете добавить по желанию. Это обязательно, а это по желанию. Одно специальное действие до или после основного. Какие они есть? Активировать карту сервиса. Вот эти карты сервиса, то есть вы можете какую-то из них активировать. Только одно специальное действие. Что это означает? Ну, например, вот эта карта действия вы можете просто потратить одну энергию и получить две. Или вот здесь потратить энергию и либо выставить воина, либо передвинуть воина уже на поле. Соответственно, если у вас есть три, то есть одну из трех вы всегда можете. Есть очень шикарные карты с сервисов. Ну, нет, под рукой нет. Вот дорогая, допустим, третьего уровня, третьей эры, дает 5 единиц действия. И сервис, если вы положили сюда, это означает, что вы можете удалить с руки карту и превратить ее в победные очки при том удвоенном количестве то есть допустим вы, у вас есть этот сервис вы сыграли основную карту сыграли что-то там сделали а потом раз у вас вот у вас а, есть ненужная карта на руке вы ее скинули из игры и соответственно получили а, 8 победных очков имея вот такой шикарный апгрейд но его получить не так просто потому что это третий уровень и вы его можете получить только в третью эпоху в третью эру соответственно слишком много на нем не наштампуешь. А, какие еще есть специальные действия которые можно добавить к основному активировать карту сервера, начать битву да это дополнительное действие то есть но ну, для него нужен а, свежий артефакт не неист, не а, дальше а, двинуть острова ну, это, это то, что я говорил, то есть можно тоже использовать артефакты, передвинуть острова и взять вот какую-то карту, которая дает бонусные очки, и дальше взять карту встречи. Про карту встречи я еще не говорил. Это вспомогательное действие, которое э, требует вот э, этого ресурса очков опыта. Если первая карта встречи стоит 1, вторая 2 и так далее, они увеличиваются. Если у вас есть очки опыта, и вы находитесь героем на том, на том же острове, где есть жетон вашей встречи, допустим, сейчас я покажу, ну, допустим, смотрите, вот красный герой, и вот жетон встречи. Чтобы встретиться, мы должны находиться на одном острове. Допустим, если мы так находимся, и у нас есть единицы опыта, мы можем выбрать вспомогательным действием встречу потратить соответствующее количество единиц допустим если это наша третья карта то мы все три тратим берем а, карту встречи и а, с, получаем 6 победных очков и выбираем дальше действие ну я, давайте другую покажу допустим вот так вот такую карту мы встретили у нас тут а, горит что-то огнем а, люди бегут а, проблема а, выбор либо поговорить с людьми пообщаться что здесь творится либо тоже сделать ноги какое-то движение делать 8 очков мы получим 100% дальше мы должны выбрать ну, давайте поговорим что случилось может чем-то помочь сможем выбираем действие и это у нас при разговоре мы получили одну энергию и одну одно очко действия после чего показано куда смещается токен встречи то есть на одну по часовой стрелке соответственно вот этот токен перемещается на следующий остров по часовой стрелке идет сюда и чтобы в следующую встречу нам сделать, герой опять же должен оказаться на этом острове. То есть этот токен перемещается по островам, и чтобы встретиться снова, то есть эту карту мы себе берем, во-первых, увеличивается стоимость встречи, то есть на следующую встречу нам надо уже будет 4 очка опыта. Но еще нужно будет и догнать этот токен, то есть нужно будет героем оказаться здесь, перейти, это все нужно спланировать, это тоже все интересно обыгрывается в самой игре. Итого Смотрите, что мы получаем. У нас есть три основных действия плюс четыре вспомогательных. Притом, каждое основное действие подразделяется на... Вернее, основное действие с картами подразделяется на кучу возможностей. То есть, можем и нанимать, можем выставлять, можем двигаться, можем получать энергию. И когда у вас вот есть такое разнообразие действий, и случается тот самый паралич анализа. Допустим, вот у меня колода, да, уже разбросанная, и я э, должен сыграть, я должен спланировать, какую карту мне выгоднее сыграть, чтобы помимо того, чтобы э, отработать э, очки действия, еще одновременно активировать нижнее свойство, плюс активировать то, что я могу сделать вспомогательно, то есть или повоевать успешно, или активировать удачные свои э, э, сервисные карты. Или сдвинуться, или еще что-то. И просто, вот у меня, не знаю, может быть, это из-за того, что первая партия, но у меня просто. Я, я в ступор впадал от такого богатства выбора. Давайте, плавно, перейдем к последнему типу карт. Я рассказал про зеленые, про красные, желтые. Есть еще последний тип карт голубенькие. Голубенькие карты. Голубые карты вот с таким значком, они позволяют апгрейдить какие-то свои, своих участников игры. Для таких карт есть 5 мест. Раз, два, три, четыре, пять. И они усиливают то, с чем вы играете. Либо усиливают карты, либо усиливают воинов, либо усиливают големов, вот такое рожица, либо героя, либо крепости. Ну вот смотрите, у меня здесь лежит усилитель для голема. Который позволяет, если я заплачу, заплатил 2 единицы энергии, я сюда его размещаю и она всю игру действует. Что он мне дает? Это означает, что в следующий раз, когда я, получаю, я строю голема, он сразу же выходит на поле. То есть мне не нужно тратить 4 единицы действия. Потому что в обычном режиме мне надо за 2 единицы построить, потом за 2 единицы выставить. Благодаря вот этому апгрейду я могу сразу устроить и сразу могу его выставлять. Очень шикарный. Вот эта карта, например, это апгрейдит героя, вот сюда кладется. Что она позволяет? Она позволяет герою получать в битве плюс 2 силы. То есть, если у меня эта карта лежит вот здесь, у меня герой имеет не 3 силы, а 5 силы. И сейчас поговорим о битве. Фух, сложная, наверное, самый сложный элемент, наверное, один из самых таких своеобразных элементов и сложных. Битву мы, как я уже говорил, мы можем активировать не так часто, и когда она происходит, то на территории, где она происходит, мы выбираем территорию, где она происходит, после чего сравниваем силы героев и играем, и все участники битвы играют одну карту. И здесь еще один совершенно потрясающий механизм этой игры. Каждая карта в момент боя, она а, меняет свое свойство. И вот здесь расписаны а, свойства, как, какими они обладают. Красная карта дает а, силу к а, битве. То есть столько единиц действия, сколько на ней написано, она дает к битве. Допустим, вот это, если мы ее сыграем, она дает плюс одну силу. А, желтая карта позволяет а, стольким юнитам сбежать из битвы, то есть отступить, сколько указано на э, на карте. Допустим, если я сыграю вот эту, я смогу четырьмя юнитами отступить. Ну, если я вижу, что битва будет проиграна и мне жалко юнитов. Голубая карта позволяет получить очков столько, сколько указано вверху. То есть, допустим, если мы вот вот эту возьмем, то это два очка плюс каждое очко за всех юнитов, которые участвуют в битве. Допустим, если э, вот голубой игрок будет воевать вот здесь, на кристаллах, то у него участвуют три э, героя. Э, давайте я пододвину поближе, чтобы показать именно на этом, как оно здесь сражается. Э, что у нас здесь есть? У нас есть здесь э, герой э, голубой, голубого э, игрока, его голем и его воин. И э, у противника есть крепость, э, воин и красный воин. Итак, если я, допустим, в этой битве, я как голубой игрок, выберу синее, то в конце, э, в сра... вернее не в конце, а сразу же после раскрытия карт я получу э, 2 плюс 3, 5 очков очков победных очков. Если я использую зеленую карту, то то же самое, но не получаю ни очки, а очки энергии. Причем все это получает все, кто сыграет карту. Как начинается битва? Допустим, я голубой игрок, вернее даже бирюзовый. Я начинаю битву здесь. Перевернул, перевернул свой артефакт и говорю, я сражаюсь здесь. Каждый в закрытую выбирает одну карту. Причем он ее помещает вот в специальный такой кулечек. Каждому раздается вот такой кулечек, куда он в закрытую кладет карту или не кладет. И никто не видит, положил он там карту или не положил. После этого все вскрываются и показывают, что у них есть. Допустим, давайте проведем эту битву по правилам. Голубой игрок, вот у нас голубой игрок, что у него там в руке есть. Ну, допустим, это у нас первая битва в... Первая битва, вход. У нас еще нету ни сброса, ничего. Он смотрит, какие у него есть карты. И он уверен, что он здесь победит, потому что как считается сила, как я уже говорил: герой это 3, волим 2, воин 1. Итого у него здесь 6 единиц силы. У противника только 3. У желтого, потому что крепость это 2 и этот 1, и у красного 1. То есть практически наверняка он выиграет. Поэтому выгодно э, не усиливать битву красной картой и отходить тоже смысла нет. А выгодно набрать победные очки. Ну, берем голубую карту. Берем голубую карту. Или, допустим, у него энергии 0. Да, тогда он берет зеленую, чтобы получить по исходу битвы побольше очков энергии. Взял, он закрыл ее в этот пакетик, спрятал. Дальше, кто здесь еще участвует? Желтый. Желтый игрок смотрит, и он думает, блин, тут я, наверное, не выиграю. Потому что у меня в колоде есть красные карты. Вообще нет красных карт. А нет, одна есть. Но это если я ее сыграю. Она даст мне только плюс 1 к силе, это означает, что у меня будет только 2, 3, 4. 4 против 6 я все равно проиграю. Поэтому смысла нет, но мне этого человечка хочется сберечь. И я тогда играю желтую карточку. Она позволяет уйти двум юнитам. Ну, крепости у нас не юниты, они не передвигаются, а вот этот я могу перейти в соседний, и у меня останется он э, живой. И красный игрок, он видит, что ситуация такая, ему юнита, в принципе, спасти можно, но э, выиграть он битву не может, потому что у него красная максимум, вот есть карточка с тремя очками. Но он думает, ну ладно, я все равно отстаю, энергии у меня мало, можно было бы энергию получить, но у меня есть голубая ненужная, <как> но у меня есть ненужная голубая карта, я сыграю ее. Как только все выбрали карты, они вскрываются и отрабатывают. То есть, смотрим. Раз, голубая карта, отлично. Сколько получил... Э очков, сколько получил победных очков голубой игрок? 2 плюс 5 очков, все передвинул там, 5 очков, потом желтый скрывается, он уже передвинул, то есть у него был побег, он сбежал и красный он получает, так как он сыграл голубую карту, то он получает 1 плюс там, соответственно 2, 2 очка получил. После этого разыгрывается сама битва. Считается сумма всех участников силы, то есть и разница, она вычитается. И на разницу нужно убрать столько юнитов противника, сколько составляет разница. В данном случае разница очень огромная, то есть убит один красный воин, он возвращается в зону, откуда можно выставить, то есть его не надо строить снова ну и соответственно разница между крепостью и э, этим тоже составляет больше двух крепость тоже уничтожается желтого за победу в битве игрок получает два* очка за каждого уничтоженного или отступившего юнита в данном случае он аж три получ... один отступил двоих уничтожил получается 6 победных очков. Он получил, и, соответственно, контроль его остается также. Так происходит битва. Очень интересный механизм использования, альтернативного использования карт в зависимости от цвета. Что еще интересного? Если вам всего этого мало, то в этой игре есть еще один интереснейший механизм. Это монстры. В игре есть монстры, которых практически невозможно победить, потому что они очень мощные. Их можно победить только совместными усилиями. И а, в, в, в игре а, может быть до трех монстров. В самой игре есть семь монстров, но на игру выбирается только три. Они замешиваются по а, одному. Сначала один в первой эре, два во второй, три в третьей. Монстр имеет какие-то свои свойства а, и силу. Сила указана вот здесь. Допустим, этот монстр имеет силу 14. И смотрите, что происходит в конце эры. Мы отыгрываем последовательно а, все карты. За карты с территориями получаем очки а, за территорию, которые мы контролируем. А вот когда встречается карта монстра, он атакует всех, кто находится на этом острове. К примеру, ну вот этот наш страшный уродина, он находится вот здесь. А, он атакует с силой 14 всех, кто находится. Здесь только красный игрок, мы считаем 3, 4, 5. Соответственно, он а, проигрывает. Если вы проигрываете монстру, вы убираете, выбираете какую-то территорию одну и убираете оттуда всех ваших юнитов. Ну, в данном случае мы убираем эту, потому что здесь меньше он убирается. Еще один интересный момент. Если находится вот так, то есть, допустим, только герои, то э, героев убить здесь нельзя. Они очень могущественные, даже монстрами. Если э, происходит такая ситуация, и э, монстр атакует, в сумме э, наша сумма э, 6, у него 14, он все равно нас бьет. Герои становятся ранеными. Ранено это означает, что мы переворачиваем а, карточку, и в принципе ничего не происходит. Единственное, что мы не, не можем пользоваться личным свойством каждого героя. У каждого героя еще свои какие-то персональные личные свойства, тоже а, интересный момент. Но ну, я уже не буду их расшифровывать. А, просто а, герой ранится, и его личное свойство перестает действовать до начала следующей эры. А, с... с... С поля он не убирается. Плюс раненый герой, а если вот так карта лежит, у него, он обладает силой только один, а не три. Чтобы победить монстра, на острове должно быть суммарная сила больше или равно его сила. То есть, допустим, вот, допустим, вот представим ситуацию, что нам надо... Вот, да, у нас есть. Вот, например. Вот этот страшный чудик Кодор. Он имеет, кстати, у каждого монстра есть, помимо а, вот, того, что нарисовано, есть какое-то свое поведение. Оно описано только в книге, и нужно его читать. Вот, допустим, это, у этого поведения очень своеобразное. он как бы врастает а, в остров, на котором находится, и отравляет его. И если вы его не победили, то он этот остров перемещает. И, ну, у каждого своя история. Так как это очень своеобразное евро с а, таким а, живым миром, то можно прочитать про каждого героя, можно прочитать про, каз про каждого монстра, что он из себя представляет, какая у него есть э, история и так далее. Так вот, э, чтобы победить этого монстра, нам нужно силу 16 или больше. Есть у нас на этом монстре 16 или больше? 2, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. У нас, <laughs> у нас ровно 16. То есть, если бы здесь вот был конец эры, и вот этот монстр напал нас, то мы бы его победили. И... Э, если мы побеждаем монстра в конце эры, то мы получаем награду золотую, серебряную или медную. 16 получит тот, кто больше всего принял, принял участие в этой битве. В данном случае это, наверное, голубой. У голубого 4, 5, а нет, у красного 6 и у желтого тоже 6. То есть, если есть равенство, где-либо, когда-либо есть в этой игре равенство, то оно разрешается спором э, артефактом. У артефакта есть э, его уровень. То есть первый, один, э, два, три. Это одновременный порядок хода и сила артефакта. То есть э, выигрывает э, при ничьей выигрывает тот, у кого артефакт с меньшей цифрой. То есть в данном случае голубой э, не участвует, потому что у него меньше, но так как спорит э, желтый и красный, у них по 6 участников, то выигрывает желтый, потому что у него 2, а у а красного 3. Соответственно, он получает 16 очков, второй 12 и третий 8. Таким образом, мы сражаемся еще и с монстрами. То есть, смотрите, какая потрясающая комплексность игры. Есть действия, которые распадаются на много действий, плюс одно специальное действие, которое, которых тоже несколько, и которые могут быть в зависимости от ситуации очень разно выгодными. Есть монстры, которые мы видим, когда они сработают, но тем не менее не всегда успеваем предпринять действия, потому что, чтобы его победить, мы должны как-то скоординироваться с другими игроками. Хотя иногда выгоднее этих других игроков просто уничтожить и занять территорию. Есть ресурсы, которым нам, нам нужно балансировать, чтобы успевать не только сыграть карту, но и выполнить ее особое действие. Есть личные свойства каждого героя. Есть э, острова, которые могут передвинуться в любой момент и изменить ситуацию доступности э, территорий. Есть э, порядок территорий, которые каждую эру по-разному выпадает и стоимость территории тоже меняется. И тебе приходится постоянно перемещаться по этим островам, чтобы получить э, максимальное количество очков. Есть бонусы, которые тоже меняются и которые можно получить раз один раз в эру. И есть карты, которые, которыми вы улучшаете руку э, в три раза. То есть три колоды а, действия, они все более сильные, все более сильные с каждой эрой. И вы набираете руку, чтобы... А, то есть вот этот а, сброс, он после конца эры идет вам в руку, и у вас а, наконец с каждой эры все больше и больше карт и больше и больше возможностей. Под конец игры у меня просто настолько был сильный паралич анализа, что я уже не считала просто лишь бы сходить. В общем, вот такая игра. Я думаю, что я описал достаточно э, подробно механику. Даже, может быть, я думал сделать просто -э, первое впечатление и короткий обзор, но получилось так, что я рассказал практически все партии. Осталось только показать, как это играется, и можно, можно сказать, что инструкция готова. Э, тем не менее, я показывать не буду, потому что мне игра настолько понравилась, что я хотел бы сделать по ней летсплей, несмотря на то, что игра редкая и э, малодоступная. Но, тем не менее, это очень интересный представитель жанра авторских игр, притом с проработанным миром, с потрясающим искусством, с потрясающими миниатюрами и с очень интересными механиками. Недостаток игры на данный момент я вижу только в том, что она очень-очень длительная и она очень сильно парализует людей, которые склонны к задумчивости и высчитыванию максимально, выгодных ходов здесь настолько всего много что просчитать э, я не могу то есть э, вот этот в общем может быть это только свойство первой партии но у меня просто разбегались глаза и я сидел парализованный иногда по 5 минут над э, ходом не знаю какую карту применить чтобы хоть что-то э, хорошо сработало Итак, первое впечатление от игры. Очень хорошее. Я не ожидал, честно говоря, настолько интересных механик и интересного задуманного геймплея. Я не говорю интересного геймплея, а интересно задуманного геймплея, потому что это разные вещи. Вполне возможно, что начав играть, компании это покажется тягомотиной, особенно может быть первые пару партий. Непонятные тягомотины, потому что учитывать все это, это нужно все-таки несколько партий. Плюс иконографика, которая а, вот до сих пор а, требует, даже вот под конец игры мне требовалось а, чуть ли не каждую вторую карту заглядывать в справочник, да, он, он есть, он, он довольно подробный, удобный, плюс есть приложение на телефоне а, с подробным рассказом об игре, обо всех карточках, обо всех героях, обо всех монстрах. Все это есть, но тем не менее первое время ты просто не понимаешь, что карта тебе дает. Да, можно есть очевидные, вот типа это потратил две энергии, получил два победных очка за каждую крепость, которая у тебя выставлена. А есть совершенно какие-то замороченные, которые ты не понимаешь. Например, вот это, что оно, что оно означает? Ну, я предположу, что ты потратишь энергию, потом сбрасываешь какую-то сервисную карту, то ли с руки, то ли э, у себя с планшета, и получаешь столько очков и столько энергии, сколько сбросил. Ну, можно догадаться, но тем не менее есть справочник, это все э, мелочи. А потому что другие западные обзорщи, обзорщики просто вот э, как единственный самый крупный недостаток этой игры, говоря, э, упоминают э, неинтуитивно понятную иконографику. По-моему, это вот самое последнее на что можно обращать внимание э, у этой игры среди недостатков. Это не недостаток, это просто особенность. И для русскоязычных людей это даже преимущество, потому что на карточках нет ничего на английском языке, кроме имен э, героев и монстров. Для меня основной недостаток э, – это длительность партии. Я вначале упоминал, что партия продлилась чуть ли не 6 часов, я играл в нее 3 дня подряд, то есть по эре за, в день чтобы не сильно <связывается> перегружается. Я уже, наверное, целый час рассказываю, это, наверное, перебор, до суда точно никто не дослушает. Первое впечатление от игры, еще раз. Игра очень красивая, игра замечательно сделана, игра просто подкупает своим миром и качеством исполнения. Тем не менее, на первый взгляд, она, мне кажется, совершенно неиграбельной из-за своей очень большой комплексности, продолжительности и кажущейся хаотичностью игрового процесса. Вначале просто, просто глаза разбегаются, кажется, что вообще этим всем управлять невозможно, а под конец партии это меняется, ты уже высчитываешь выгоду каждой территории, ты высчитываешь выгоду каждого хода, но это все достаточно тяжело. Игра для абсолютных энтузиастов, хобби, игра для, игра для фанатов Тяжелых евро с ариаконтролем. Вот такое первое впечатление. Тем не менее, несмотря на недостатки и малые шансы сыграть в нее реально, игра мне очень понравилась. Она остается в коллекции как представитель авторских игр. Очень красивых, очень здорово созданных, но, может быть, не совсем играбельных. Спасибо, что посмотрели. Я от игры в большом-большом... Под большим впечатлением и в большом восторге.